Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банди Радхика Ванча калпатару васчаки пасинду бевачу. Патитанам павуне бхавишнаве бьо намо намаха. Мукам кароти бачалам пангун ланхайтгирим. Джатки патам ханг банди парамананда мадавам. Бриндавай тулсидев вай пиявай кесава свача. Шнавакти паде деви саттаваттвай намо намаха. Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам. Девин сарасватин вясам тату жайо мудир. Санкиртане Кришна катхо падеше. Гаурия патрасшо пракасанеча. Садануракта гуру бхакти юкто. Бхакти Прамадак Джагад Варуна Дхейям Сада Паривабагнам Авишчадухам Титхас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Бхитатихам Панадапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада паллавана качанна мани чатая Висвуржита кимапикабоду швадарш Пурнанурагара сасагара сарамурти Шарадхиками кадам кипам кируш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Ajanu lammita bhujau kanaka budhatu, Sankirtanai kapitaru kamula yathaksho, Vishambaru dijavaru jugadharma palo, Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пухарам Баранаси пурапати бхаджави шанатам Баги саджасва бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасастиде Самби Пам Нишингамахам Хаджи
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Ika Gati Bhajasritamati Si Gaura Dhamma Sthiti Sasatsai Kavitire Kushanga Virati Dusto Vyathani Skriti Siru Paikarati Sanatana Nati Sijivate Jostuti Sishidhanta Saraswati Vijayate Gauri Yogoshti Pati Sishidhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. Gauriya Goshtipati. Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал. Что те, кто говорят о дарме и не следуют тому, что говорят, у кого нет этикета, нет должного характера, просто несут флаг дармы и пытаются доказать всем, что они проповедуют вайшнава дарму, то Шрила Прабхупада говорит, что обычные люди, если они будут следовать таким людям, то эти обычные люди только будут запутываться в своей обусловленности. Может, они были как-то обусловлены, порабощены этой влиянием этих гун материальной природы, но потом, когда они присоединяются к людям, которые под именем Дхармы занимаются непонятно чем, то обычные люди, если они следуют им, то они только больше и больше обусловленности получают. Можно вспомнить, что вчера я говорил о настоящей проповеди, и вот я говорил, что если у меня нету Кришна Бхакти, силы Кришна Бхакти, я не могу утвердить Бхакти в сердцах обусловленных душ, это невозможно. И также вчера я говорил, что в тот день, когда я смогу осознать, что Харикатха, наша Харикатха – это лучший путь баджана, лучшая процедура баджана, и в тот день, когда мы осознаем, что то Харикатху, которую мы совершаем, это идеальный баджан для нас, и в этом случае, несомненно, мы получим поддержку милости от Гуру Варги. Мы получим милость от Гуру Варги, Юкта Вайрагья. Иначе такое чувство не может задеть наше сердце. На самом деле, какие-то люди заняты ачаруном, кто-то занят прачаром, проповедью, но согласно Сиданте, Шрилы Бхакти Сиданте Сарасвати Госвами, Прабхупады Сарасват Гауди Сампрада, это очень прекрасная сиданта, мы уже изучали Шри Чайтанья Чайтамриту, вы помните? И вот Санатана Госвами говорит, кто-то занят только ачароном, а кто-то только прачаром. А ты намачарья, ты лучший из всех. Ты делаешь эти две вещи, как ачар, так и прачар.
то есть как ведешь себя идеальным образом, твой характер идеален, и также ты проповедуешь. И вот ты даешь пример всем, как воспевать святые имена и как избавиться от майи. Шрила Прабхупад много раз говорил о Юкта Вайраге. Он написал вот эту статью в Вайшнаваке. Кто такой Вайшнав? И там можно найти. Такие слова. Вайшнава Пратиштата Такураништха. И следующие слова. В этой шлоке они говорят о том, что если мы не будем выражать должного почтения Вайшнава Пратиштхи, то в этом случае, если мы будем игнорировать Вайшнава Пратиштху, чтобы доказать, что мы великий Вайшнав, и вот если вы будете пытаться показывать свою важность, то есть пытаться стремиться к славе и почестям, то это просто будет дорога в ад. А что такое Вайшнава Пратиштха? Сейчас я расскажу и об этом. И вот Вайшнава Пратиштха значит любая Пратиштха, то есть почесть, уважение, слава, которая приходит от гуру Вайшнава, то эта Пратиштха, она не должна задевать наше сердце. Она, если она не задевает наше сердце, то она и не осквернит его. Мы должны осознать, что вся слава, которая приходит к нам, это благодаря нашему Гурудеву, и мы должны передать его, эту славу, эту Пратиштху своему Гурудеву, а наш Гурудев своему Гурудеву, нашему Парамгурудеву. И так вся Пратиштха, вся слава, она так постепенно, как Пушпанджали дойдет до лотосных стоп Нитьянанда, Баларама, Адигуру или Радхарани. И вот смотрите, это зовется Вайшнава Пратиштха. Если я скажу, что я не должен говорить Вайшнава Пратиштха, поскольку это будет неправильный сиддханта. Вот Шрила Прабхупад говорит: обрести Пратиштху. Для того, чтобы обрести Пратиштху, люди иногда уходят в какое-то уединенное место, но чтобы обрести ту Пратиштху и повторить. То есть люди просто иногда уходят в уединенное место, чтобы получить славу такого великого отреченного, но это плохо. И если весь мир он выражает почтение нам, то какое нам дело до этого? И если такое чувство, и если это слава, которая приходит нам, она не оскверняет нашего сердца, то в чем проблема? Если мы можем передать это нашей гуру варге, нашей гуру парампаре, и также Шрила Прабхупад говорит вот эту шлоку. Вот что мы не должны забывать эти два слова и помнить их. Эдути катха було на сарвада, как-то так. И многие преданные спрашивают, что Шрила Прабхупад имел в виду под этими двумя словами. Я отвечал, и вот отвечаю еще раз, что эти «Сэдути катха» значит, что я твой, а ты мой. И вот эти отношения с Господом, что Господь – это наша собственность, и я, о Господь, твой. И что еще нам нужно? Ничего нам больше не нужно. И это зовется основа самбанта гьяны.
и после того, как мы развили эту самбанта-гьяну, мы можем начать наши усилия, как, что сделать для того, чтобы Верховный Господь был доволен нами, и какой же наилучший способ сделать так, чтобы Господь был доволен нами в эту Кали-югу. Это Харинам Санкиртан. Много раз в Харикатхе я говорил об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит громко: мы должны воспевать Харинам, Гоура Харибол. И вот это слово Харинам Ру, как-то так, это Харинам Санкиртан, это воспевать славу Верховного Господа, которое описано в Бхагаватам. Много раз я говорил также, что Хари значит нам Прабу, Харинам Прабу, Дам Прабу, да, Дама Харинама, Вайвасиштха, Лиланам, и все эти варианты объяснения Хари Верховного Господа. Это совет Шрилы Прабхупады. И мы должны помнить его и не забывать, что в Вайшнаве Пратиштху мы не должны игнорировать, мы не должны ненавидеть его. И в то же самое время я был вынужден говорить о том, что такое Юктавайрагья. Вы можете вспомнить, что в тот день я говорил, что очень простым образом Шрила Прабхупад, он представляет это, как Кришна Саваджарахой Анукул, и то, что мы можем использовать в Харисеве. А если мы отвергаем это, что можно использовать в служении Господу, то это уже не будет юктавайрагья. То, что благоприятно, и то, что может помочь нам поддержать юктавайрагью, то есть это мы, от этого мы не должны отрекаться, мотивируя тем, что это какой-то материальный объект, и это секрет юктавайраги в том, чтобы как наилучшим образом мы могли занимать все для полного удовлетворения Верховного Господа. Это главное. И вот юктавайраги, она очень важна. Те, кто несут флаг дхармы, Бхагават дхармы, и вот Махарадж отвечал, что если мы достаточно искренне, то будьте уверены, Баладев, он смотрит на нас, и он поможет нам. И божественная помощь, она автоматически придет, поскольку это ответственность, обязанность Нитянанды Баларама, чтобы помочь всем обусловленным душам. И также в Нитянанда Аштаке я уже говорил, то, что это описывается Кришнадас Кавираджам Госвами, это обещание Нитянанды. Что вся обязанность на мне. Единственное, что вы должны делать, вы должны воспевать именно Гору Хари. Вы должны быть искренни на 100%, и это моя обязанность помочь вам пересечь этот материальный океан и обрести бхакти. Это моя обязанность, как организовать бхакти для вас.
организовать получение бхакти. И вот я хочу цитировать еще одну шлоку, она очень важна, о том, что Шрила Прабхупад часто говорил, что ачарья не может быть выбран в процессе выборов. Ачарья никогда не может быть выбран. Гаудия Гоштепати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал то, что ачарья никогда не может быть выбран выборами. Ачарья, он самопроявленный, самосияющий. И сейчас система выбора ачарья в каком-либо обществе, она никогда не одобрена никакими авторитетными писаниями. В этом суть. Что делать и что не делать. Все наши действия должны быть одобрены авторитетными шастрами. Что делать, а что не делать. Все наши действия, они должны быть одобрены авторитетными писаниями, шастрами. И поэтому это наставление Шри Кришны в Гите, что Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите, это его наставление. И таково наставление Тасмат, значит, поэтому у Арджуны, я говорю, ты должен изучать шастры и получить наставление также от Саду, Гуру Вишнавов и от авторитетов. И вот Саду, Гуру Вашнавы, те самосознавшие себя души, когда они дают нам наставление, оно одобрено шастрами автоматически. И также мы можем видеть наставление шастра. Я уже говорил в другой день Шруди, Смрити, Пураны и прочие. Шрути, Смрити, Пураны и прочие все панчаратры. И хотя и вот хотя может кто-то быть занят в духовной деятельности, но если он будет игнорировать наставления, данные в писаниях, то нежелательные качества могут появиться и все другие. И вот зависть. И вот, в общем, такие люди, не следующие правильным приписаниям, они ничего хорошего не получают. Все мои действия, все мой ачаран, если они не одобрены Шрути, Смрити, Пуранами, Панчаратры, то это бхакти, который мы показываем людям. Это, в общем, проблемы в итоге возникнут какие-то только. И вот вчера я говорил о том, как Питамаха Бишма был очень гневен также, когда без всякой необходимости Гурдев, он говорил что-то неправильное ему. Это неправильно. И вот Питамаха Бишма говорил, и вот если тот такой гуру,
которые не соответствуют описанию авторитетных писаний, то мы должны отказаться от такого гуру. Много случаев случалось таких. Я не хочу говорить об этом, что есть гуру, которые говорят какую-то ересь, которую не одобрены авторитетными писаниями, и от таких гуру мы должны отказаться. И вот иногда так бывает, что какой-то гуру был достоин, вел себя должным образом, потом попал в процессе какого-то оскорбления или еще чего-то, и все посвящения, и еще так часто бывает, что оно имеется в виду, что и посвящения, которые он давал, то они не валидны. И вот после Шрилы Прабхупады был выбран какой-то ачарья, не хочу говорить о них. И вот после Шрилы Прабхупады кто-то был выбран ачарьей, и он пал. И после этого те великие вайшнавы, которые там были, они решили оставить того гуру. Может, кто они харинам от Гурудева получили, но харинам от Шрилы Прабхупады получили, но дикшу от этого падшего гуру, но сердцем они следовали Шриле Прабхупаде и так достигли успеха. И также это правило, что если гуру падает, то мы должны приблизиться к какому-то достойному гуру, садгуру, чтобы совершать баджан должным образом. И также система еще гуру может быть Матья Матхикария, который не достиг уровня Парамахамсы, и система такова. И вот и мы должны найти компенсирующий фактор, это более возвышенный вайшнав. И вот с позволения своего гуру мы должны приблизиться к такому садгуру, шикшагуру, который может нас вести дальше. И условия такое, если мы... Еще смотрите, важное замечание, что если... ваш шикша-гуру имеет достаточно уважения к вашему дикша-гуру, то тогда мы его можем принять. То есть обязанность шикша-гуру – это увеличить вашу веру в шикша-гуру. Это одна из обязанностей, в дикша-гуру точнее. И вот я говорил о сиддханте, который сдал Джива Госвами Пад. И вот в чем это сиддханта. И вот, в общем, совет в том, что если наш гуру не настолько возвышен, то мы должны попросить позволения принять помощь более возвышенного саду, который находится в нашей сампрадае. И вот
Шрила Прабхупад, когда он написал о Гуру Парампаре, то можно найти, что Шрила Прабхупад наполовину дал Гуру Парампару, а наполовину мантра Парампару, Бхагават Парампару. И это также та процедура, которая одобрена Панчаратрик Виданом и мантра Парампара иногда нарушается и вот мантра Парампара, если вот мы можем следовать мантра Парампаре, но иногда мы находим, что мантра Парампара иногда нарушается, и в этом случае, чтобы получить главный поток бхакти, мы должны возобновить эту связь через Бхагават Парампару, как вот Кришна ходит от Читармук, как в этом киртане поется, и Махапрабху вот вообще в этих строках описывается. И вот, когда мы говорим о Нарутаме, почему не упоминаются вот эти вайшнавы, Рамачандра Кавирадж и еще кто-то, а умный человек поймет, что когда мы упоминаем Нарутама, то его спутники, они тоже включены в его имя. И вот в Манта Парампаре мы не всегда можем безупречно быть, вот это, она иногда прерывается, мантра Парампара, и поэтому, чтобы все было безупречно, она компенсируется Бхагават Парампарой. И вот мы должны понять великолепие всего, всей этой комбинации. И вот Ачарья, он самопроявленный. И вот Ачарья никогда не может быть выбран какими-то выборами, в этом совершенно сиддханта. И сейчас мы говорим об этой теме, хотя я уже ответил, но Шрила Прабхупад и вот я хочу привести пример с жизни самого Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад, он был нитья сиддха ачарьей, и вот, но опять же, саддан сиддха ачарья тоже может быть, если мы получили такого гуру в качестве саддан сиддха ачарью в качестве гуру, то это тоже хорошо, но наши гурварга, они другой категории. И вот, вот эти вышеперечисленные ачарьи, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и спутники Шрилы Прабхупады, большинство, они нитья сиддхи, и сам Шрила Прабхупад, они нитья сиддхи, они вечные спутники Шрилы Прабхупады. А какие-то люди заявляют, что все, кто получил харинам от и дикшу от Шрилы Прабхупады, они все нитья сиддхи ачарьи, но нет, это не так. Это сиддханта не совершенно, и те, кто полностью удовлетворяют Шрилу Прабхупаду, и те, кто помогают в проповеди Шрилы Прабхупады и восстанавливают, проповедуют его славу. И вот, вот как в этих шлоках говорится. И вот те, кто воплощают сиддханту, наставление Шрилы Прабхупады и исполняют все остальные желания его сердца, то про таких можно сказать, что они не те сиддхи.
И каково желание Шримана Махапрабху, чтобы в каждом городе и деревне воспевали его имя? И вот так или иначе Махапрабху говорил, что в каждом городе и деревне впоследствии вы увидите, что каждый будет воспевать мое имя буквально в каждом городе и деревне. И вот также я говорил о качествах проповедника. Те, кто исполняют желание сердца Шримана Махапрабху, они и есть настоящие спутники Гуранги Махапрабху, и также Гуру Варга, те, кто также исполняют желания и заветы Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, то они, несомненно, не те Сиддхи Паршады и те, кто получают харинам и дикшу. Но они, смотрите, они, особенно те, кто нарушают наставления Шрилы Прабхупады, они, несомненно, не являются не те сиддхами. И поэтому я упомянул этот стих. И вот как понять, что этот преданный, он получил милость Гурудева? Многие забывают, если мы находим вся Сиддханта Гурудева, весь его ачарон, вся Сиддханта, весь этикет, весь характер, если мы видим это в практической форме в жизни какого-то его преданного ученика, то будьте уверены, что он снигдашишья, настоящий ученик. Из Бхагавата мы находим такой стих, и если мы находим, что наши Гуруварга, они исполнили все заветы наставления Шрилы Прабхупады в практической форме, как вот мой Гурудев, например, он всегда помнил имя Шрилы Прабхупады, с каждым вздохом он говорил Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. И вот такие личности, они вечные спутники Шрилы Прабхупады. А те, кто наставляют, нарушают его заветы, его наставления, то такие люди, несомненно, не являются его паршадами. Может такое быть, что первую часть жизни они следовали Шриле Прабхупаде из-за смирения, которое у них было. Но потом, впоследствии, иногда такие люди развивают какие-то оскорбления, они начинают гордиться собой и падают. Как вот у Питамахи Бишми я говорил, и вот если кто-то не следует наставлениям Гурудева, то это один из признаков, что он пал. И вот если мы находим, что весь этикет, весь характер, вся Сиддханта и все остальное в практической форме явились в жизни какого-либо ученика, то будьте уверены, что он снигдашишья, он настоящий ученик, он следует своему Гурудеву полностью и а кто там, и вот в прошлый раз я говорил цитату с Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада давал наставление, говорил, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы в итоге сбросит нас с пути Баджана. И вот этот мир, он проходит через критический период. И вот в Катхупанишат такие слова, и что глупые люди, они идут буквально по
лезвию бритвы, и в любой момент они могут порезаться или упасть с этого лезвия бритвы. То есть этот путь, он настолько узок, как лезвие бритвы, но Тринада Пибава, она поможет нам защитить нас, баджан. И в один из дней я могу говорить об этой важных наставлениях, которые даны Шрила Прабхупаде одному из его друзей. Шрила Прабхупад никогда не говорил, что они мои ученики, он говорил, они мои друзья. У меня просьба к вам. Друзья, моя просьба к вам. И перед тем, как отправляться на проповедь на Запад, я хочу сказать то, что я увидел на примере жизни моего Парамхамса Гурудева, как Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он смог привлечь меня. И я хочу рассказать об этом. И смотрите, это без смирения Тринадапи Бавы, если я привлеку ваше внимание и из-за своей прекрасной речи могу на вас как-то повлиять, то это влияние будет очень коротко. И настоящее благо вы не получите, поскольку если мы сами не следуем Тринадапи Бавы, то как я могу вам благо дать? И вот если я не утвердился в Ачаране, который утвержден Махапрабху, то тогда наша проповедь, она не совершенная какая-то половинчатая, это хуже, чем ложь. И вот полуправда хуже, чем ложь. И вот сейчас я вернулся к тому, что Шрила Прабхупад, он был Нитья Сиддха Ачарья с самого начала своей жизни. И вот это мы доказательства этого мы с самого начала его жизни мы видели. Я могу несколько примеров вам привести, чтобы прояснить, и вы поймете, как я говорю так. И вот несколько примеров. И вот достаточно давно, когда учитель Бимала Прасада, вот когда он, Бимала Прасад был маленьким в детстве, то один из его учителей, Питрирад Шарма, его звали. И вот, когда его учитель сказал ему однажды, дал такой совет, чтобы тот изучал веды, веданту, чтобы стать успешным, великим пандитом, точнее, чтобы он тот стал И вот он дал совет такой, чтобы он изучал эти шастры, чтобы стать великим пандитом в ближайшем будущем. И тогда этот Шрила Прабхупад ответил прямо, что это вообще не цель моей жизни стать великим пандитом. Это не цель моей жизни, лучше я хочу посвятить все свои усилия для Бхагават-севы, который есть моя наивысшая цель жизни, и слыша такой ответ от этого от Шрилы Прабхупады, когда он был ребенком, этот учитель был очень удивлен, и в другой день. Еще случилось нечто. Когда Шрила Бхактивинода Тхакура на рынок отправился однажды,
И вот он манго однажды принес с рынка. И вот спелые манго, когда Шрила Бхактивинода Тхакур принес их с рынка, то Шрила Прабхупада, будучи ребенком, он взял одну манго без разрешения проверить, насколько они вкусные. Но Бхактивинода Тхакур заметил это и сказал, чтобы ты так не делал, поскольку что не предложив это Верховному Господу, то есть не предложив что-либо Верховному Господу, Бхагавану, это нельзя это есть. То есть правило в том, чтобы сначала предложить Господу и потом это принимать. И вот Шрила Прабхупада это принял и дал обет еще такой, что манго он больше есть не будет во всей жизни. И вот так он... И вот с того дня он не ел больше манго. Смотрите, какая решимость у него. Не только это, также Шрила Бхактивинода Тхакур дал ему обязанность такую поклоняться Курмадеву Шалаграму. И вот, видя его великолепное служение с начала вот его жизни, Бхактивинода Тхакур, видя его желание служить, Шрила Бхактивинода Тхакур дал ему это поклонение Курмадеве. И другой случай я хочу рассказать. Этот случай может задеть наше сердце, чтобы дать нам прямое чувство его вечной ачарьятвы. Аннада Шанкар. И вот другой сын Шрилы Бхактивинода Тхакура, Аннада Шанкар его звали. Вот от его предыдущей жены, которая умерла тем временем. И вот он был очень болен. Лихорадка какая-то у него была. И от какой-то неизвестной болезни он заболел, в общем, чем-то. И был на волоске от смерти, можно сказать. И вот был он так болен, что практически умирал. И в тот день вечером Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура решил подумал, чтобы занять Шрилу Прабхупаду в том, чтобы он воспевал громко харинам всю ночь перед этим своим братом Аннада Прасадом. И согласно наставлению Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад был занят в этом служении. И вот он сидел и всю ночь повторял харинам Бимала Прасад. И вот он громко повторял харинам, и случилось чудо, что перед этим восходом эта дживатма Аннада Шанкар, он должен был оставить свое тело, и все, включая Шрилу Бхактивинода Тхакура, все они присутствовали при этом.
И внезапно этот дживатма начала молиться перед Бимала Прасадом с этим, с таким смирением. И вот с таким этим, ну, со смирением и восхищением, что из-за моих предыдущих оскорблений лотосных стопам Бимала Прасада я был вынужден родиться как вот его брат, чтобы получить возможность слушать Харинам Махамантру от него, от Бимала Прасада, которая сейчас, вот он закончил повторять Харинам, и вот моя карма как бы сгорела, и я сейчас оставляю свое тело, и после и вот прося прощения у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, вот он попросил прощения и уже собрался оставить тело. И вот он говорил, что я был саду с Рамануджа Сампрадая. И вот в своей прежней жизни я был Рамануджа саду, и тилоки на его теле, 12 тилоков, они проявились, эти тилоки вот с их сампрадай. И вот все увидели эти тилоки. И вот и свет какой-то исходил из его тела, и таким образом вот он оставил тело, явив такие чудесные чудесные признаки. И у нас есть великая возможность у нас имеется. И вот, в общем, то, что мы настолько удачливы, что мы находимся в наставнической преемственности Шрилы Прабхупады, и Бхактивинода Тхакур, он еще до этого он осознал величие Шрилы Прабхупады гораздо раньше. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он смог осознать все подробно о вечной ачарьятве Шрилы Прабхупады гораздо раньше. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он был вынужден написать вот этот стих Сарасвати Кришнаприя. Сарасвати Кришнаприя, Кришна Бхакти Тарахия, Винодари Сейвай Пав. И вот значение каково. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, что Бимала Прасад Сарасвати, что он Кришна Прия, он Манджари Кришна, и Кришна Бхакти – это его сердце. Сваруп Шакти, оно буквально захватило ум и тело Шрилы Прабхупады, его тело, оно трансцендентно сделано из Бхакти. И вот можно вспомнить на день явления Шрилы Прабхупады я говорил про вот эту шлоку.
вот он написал Винод, что значит Винод? Винод Бхактивинода Тхакура, кто-то думает, он говорит о себе, а другое Винод значит Кришна, Винода Вихари или как-то. И вот это Винодананда. Винод пран, рада винод пран, рада винод ананда, рада винод бихари, я имею в виду Кришна. Эти два значения можно использовать. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура осознал, что гораздо раньше о уникальной ачарьятве Шрилы Прабхупады. И вот он был вынужден возложить огромную ответственность на него перед тем, как оставить тело в один из дней в ближайшем будущем. Я более подробно буду говорить об этом перед тем, как оставить тело. Я расскажу вот о Балигае Дхарме Сабхе и о тех наставлениях, которые дал Голкишу Дас Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупаде и прочие наставления. И вскоре Махарадж будет говорить это по милости Гуру Арджуны, и те, кто слушает, они даруют мне милости, поэтому я могу говорить и вспомнить об этом. И вот ваша милость должна быть в моей жизни, чтобы я мог продолжать говорить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорил о Дававарнашраме, как утвердить Дававарнашраму, как заново основать, возродить Вишвавайшнава Раджасабху Дам Прачарине Сабху, как опять возобновить Даму Парикраму и все прочее, как проповедовать читание Вани должным образом. Я буду говорить об этом также, но чуть позже. И так день за днем я буду говорить о тех наставлениях, которые дал Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж Шриле Прабхупаде, и те наставления, данные им, и что сила им. Я приведу примеры, что все, что делает Шрила Прабхупада, это просто совершенно во всех отношениях. И вот Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Он был один, который был склонен к каян подъятия. И что это такое? Это сейчас это должное место и время, когда я должен обсудить это. И вот Гауди Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад, он был, одобрял этот путь экаян подъяти веды Шримад Бхагаватам, который самый сокровенный аспект Бхагавад Бхаджана. Что значит экаян подъяти? Экаян пандха значит не отдельное, в смысле суть в том, чтобы наши личные свои попытки мы чего-то достичь, они не должны отклоняться от пути анугати. Экаян падья значит, что наши личные персональные усилия, они не нужны, чтобы пытаться продвигаться своим путем, а не следовать анугати. Другими словами, я хочу сказать, что все и вся, все служение, усилия служения, они должны быть направлены в одном направлении. И
И вот они должны быть направлены через авторитетный и достойный наставный канал. Никто не может заявлять о том, что он все делает, и надеяться, что получить всю славу. И вот все наши усилия, все попытки должны направляться в одном усилии, в одном направлении, чтобы достичь лотосных стоп Нитьянанды Баларама, Адигуру или Радхарани Мадхури Расе и вся наша Гаудия Гуру Варга. Они все верили в это, следовали этому с великой верой. Они все верили в это. Они имели огромную веру в путь Экаян Падьяти. Кроме некоторых, кто уже пали. И вот мы должны понять это все, чтобы продвигаться в изучении Сиддханта Вичары Шрилы Прабхупады. И до тех пор, пока мы не предались полностью лотосным стопам Шрилы Прабхупады, мы не сможем ничего понять. И вот на самом деле после этого я хочу сказать, что это Бхагавад-дхарма. Из Шримад Бхагавата мы находим такие слова. И вот мы должны обсудить эту шлоку. Это Бхагавад-дхарма, она наивысшая. Она Атма-дхарма, Вайшнава-дхарма. Атма-дхарма, Бхагавад-дхарма. И это она одобрена для тех парамахамс, саду-гуру вайшнавов. И вот у нас есть болезнь одна, это зависть в нашем сердце, зависть к чистому саду гуру вайшнавам. И те, у кого есть зависть, они не могут войти на духовный путь. Они, конечно, могут заявлять, что они всему следуют, но у них не может быть права войти в область настоящей севы, поскольку их все усилия посвящены самим себе, чтобы получить имя, славу, уважение исключительно к себе. Кто-то хочет какую-то новую организацию начать, игнорируя Гаудия-миссию, Гаудия-матх. Но они не знают, что это невозможно. Гаудия-матх, он вечно присутствует. Может, какие-то глупые люди совершили какую-то ошибку, и в Гаудия-матхе какая-то непонятно, что происходит в это время, но будьте уверены, что такие люди, они не из Гаудия-матха. И каков признак, что вы из Гаудия-матха? Признак в том, мы можем понять, что если мы следуем Шриле Прабхупаде Бхактину Такуру и следуем полностью всем наставлениям и Сиддханте Вичару Шриле Бхактину Такуру и Шриле Прабхупаде, то тогда вы из Гаудия-матха, я могу сказать. И вот И вот это наставление Шрилы Прабхупады, что Бхактинодара, она никогда не закончится, и мы должны помнить это. И чтобы обрести достаточно силы и энергии, мы должны думать, что наша предыдущая Гурварга, она ждет, чтобы помочь нам. Они ждут, чтобы помочь нам, и нет никаких проблем, мы можем продвигаться с настоящей проповедью, которая начата с сочетанием Махапрабху. И вот в Санкиртан Яге
И вот эта Санкхиртана Ягья, начатая им, она продолжается, и мы внешне видим, что Шрила Прабхупад заново начал, но нет, он продолжен. Он показал начало просто, чтобы показать нам, а эта Санкхиртана Ягья, она продолжалась, и вся Гурварга, она поможет нам благословить нас, если мы будем готовы пожертвовать свою жизнью в огонь Санкхиртана Ягьи. Мы готовы принести нашу жизнь в этом огне Санкхиртана. А почему нет? Мы видим, что борцы за свободу готовы пожертвовать свою жизнью ради страны. А почему мы не можем принести свою, пожертвовать свою жизнь ради Шрилы Прабхупады и его миссии? И вот это то, над чем мы должны думать снова и снова, чтобы понять, кто такой настоящий проповедник, а кто нет. И другая очень важная часть. Я хочу напомнить вам, что те, кто живут в какой-то стеклянной комнате, то не должны кидаться камнями там. И очень важная такая пословица. Вот Махарадж, когда учился в школе, там притча такая была. И вот в книге совет такой давался, что те, кто живут в стеклянной комнате, не должны кидать других камнями. Почему? Поскольку если они кинут камень в кого-то, то другие люди тоже кинут камень в вас, и вашу стеклянную комнату сломают, разобьют. И вот это хорошо, если вы не будете кидаться камнями в других, пока хотя бы живете в этой стеклянной комнате. Но название этой притчи было что новые повар. Ну что-то старое сделано новым. Праварбсу такое. Праварбс. И вот сейчас все наоборот. Если мы живем в стеклянной комнате, то не должны кидаться камнями других, но сейчас наоборот, сейчас исказился смысл этой притчи. И вот смысл в том, что те, кто находятся на основе какого-то ложного основания, то не должны нападать на другие организации, поскольку одни проблемы возникнут. И те, кто находится на какой-то ложном уровне, на ложном основании, то есть те, кто сами полны недостатков, их организации полны недостатков, и вот такие люди не должны указывать, нападать на других, поскольку другие могут сказать, что на себя посмотрите. А если они будут атаковать, скритиковать других, то их проблемы вскроются сразу.
И вот, в общем, смысл этой притчи. А сейчас как-то наоборот сделали, чтобы переписали эту притчу, чтобы такие люди, у которых есть какие-то недостатки, какие-то свои эти, какие-то проблемы, чтобы они наоборот пытались как-то нападать на других, и таким образом их недостатки вскроются, и все увидят это. Таким образом, вот не понял, к сожалению. Ну, смысл в защите, в общем, этой притчи в защите своего невежества, что организации такие, которых самих полно проблем, которые сами в корне неправильные, они критикуют других. И невежество – главная причина споров и сражений с другими. То есть основа всей борьбы, всех споров – это невежество. Но это невежество, оно у всех есть. И если какие-то одни духовные организации критикуют другие организации, то что-то, но смотрите, если было бы у таких организаций действительно достаточное количество смирения, то бы они пришли и попытались бы помочь, а не просто бы критиковали. И вот настоящие саду или организация или миссия такого саду, они не хотят критиковать других, а с другой стороны, они протягивают руку помощи другим, чтобы они также смогли возвыситься. Критика – это не решение. С помощью критики никакого решения, никакой проблемы мы не найдем. Если один лидер критикует другую миссию или участников другой миссии, то мы должны понять, что слабость и такое, ну, у них есть какие-то проблемы свои. Они пытаются скрыть их, критикуют других. И вот. И вот это такая грязная стратегия проповеди, которой следуют такие обманщики. Я хочу привести пример еще один. Из лилы и учений. Учения Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Те сахаджи, они всегда против Шрилы Прабхупады. Особенно можно найти, что те сахаджи, они всегда против Гауди Миссии и Шрилы Прабхупады. Те сахаджи, они всегда выступают против Шрилы Прабхупады и его миссии. Это их такая обязанность, буквально ежедневная, что-то сделать против Гауди Матха и Гауди Миссии, иначе они есть нормально не могут.
И вот, в общем, такие люди есть, которые постоянно говорят какую-то ересь о Шриле Прабхупаде и его мессии. И вот они говорят, как это Гаудия Матха может одобрить шафрановую одежду, кто саньяс в Гаудия Матхе, откуда саньяс появился. Хотя все наши, все госвами, они в белой одежде ходят. Парамахамса Веша, а почему в Гаудия Матхе шафран? И вот глупые люди утверждают так. И вот достаточно давно, когда я отвечал на этот вопрос, около года назад, что как можно ответить достойно им в шастрах, в Бхагаватам, саньяса и шафрановая одежда, она одобрена, и наш Гурварга, она одобрена, как Прабхудананда Сарасвати, Мадхавинда Пури, Ишварам Пури и все другие, они тоже саньяси. И вот такие люди критикуют, спрашивая, где же Гаудия Матхе взяли саньяс и эту одежду брамачари, и думают, что люди в Гаудия Матхе баджан не совершают, а только они совершают. И вот такие люди иногда возмущаются, как это Гаудия Матхе может давать священные брахманские шнуры всем, чтобы сделать их брахманами, но это глупый вопрос. И спрашивают, почему Гаудия Матхе Манджари Бабу не одобряет всем, а только эти священные шнуры. И такие люди пытаются использовать свой буквально термометр, чтобы измерить температуру Гаудия Матхе. И вот такие глупые люди, как они могут понять сердце Шрилы Прабхупады и Гаудия Мессии, все эти шесть госвами, они саньясу не принимали, вот они и критикуют. А такие люди никогда не проповедовали, но заявляют, что баджан совершают. И вот пускай они говорят так, и пускай они гавкают, как уличные собаки. А в то время как Гаудия Мессия, она движется, как лев. Гаудия Матхе продвигается вперед, подобно льву. Можно увидеть изображение льва на воротах Гаудия Матхе, он олицетворяет собой силу биджу. И другое, о чем я хочу сказать в этом контексте, что те вот уличные собаки, они гавкают перед другими людьми, которые критикуют, как всех попало. И хочу историю рассказать, которую слышал от Сиданти Махараджа. Я хочу прославить его, может быть, 20 или 25 лет назад. Я слышал историю, но я хочу вспомнить его и прославить и сейчас. Благодаря им я обрел такую милость. И вот Сиданти Махарадж говорит, все эти уличные собаки, они гавкают перед людьми. Вот человек, ты человек, а мы просто собаки. Ну, какая особенность в тебе, кроме того, что занимаешься политикой и сражаетесь друг с другом, мы деремся, мы собаки, мы деремся друг с другом из-за куска хлеба, но вы по всем причинам боретесь друг с другом, хотите
даже вот на духовном пути один саньяси с другим может бороться из-за какой-то политики. И вот эти собаки спрашивают у людей: вы вообще люди, мы тут собаки, но сражаемся только из-за куска хлеба, а вы день и ночь сражаетесь без какой-либо причины, гавкаете друг на друга. И вот пускай они гавкают, как собаки, в то время как Гаудия Миссия, она будет продвигаться вперед, как лев. Гаудия Матх, он вечно присутствует на Вайкунтхадхаме, на Галоке. Гаудия Матх, он был призван Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Тхакуром. Это не так, чтобы что Гаудия Матх был основан кем-то. Он вечен. Будьте осторожны перед тем, как критиковать, подумайте снова и снова. Все участники Гаудия Миссии, как Шрила Бхакти Прагьян, Кешав Госвами Махарадж, Бхакти Ракшак, Шридхар Госвами Махарадж, Бхакти Саранга, Госвами Махарадж, Бхакти Прадип, Тирта Госвами Махарадж, Бхакти Хридой, Бондев Госвами Махарадж, Бхакти Дайта Мадав Госвами Махарадж, Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж, Бхакти Маюк Бхагават Госвами Махарадж, Бхакти Гура Вайканас Госвами Махарадж, все они, включая Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, они все подобны льву. И вот эти великие ачарьи, они все подобны львам, и они, перед ними никто не может находиться, перед их и, то есть, люди могут критиковать их как какие-то трусливые лица и сразу убежать, но находиться перед ними они не могут, но что это относится к нам. И вот мы хотим обсудить все о Шриле Прабхупаде и его уникальное ачарьятве. Пускай они борются друг с другом, это их дела. И сейчас это тот мир, когда весь мир он борется с коронавирусом, а мы боремся с другим коронавирусом, который может съесть суть людей. И вот мы хотим дать лекарства, чтобы они освободились от этого. И вот мы будем говорить о Шриле Прабхупаде, его уникальной ачарьятве. И вот шафрановая одежда или саньяс врата, она одобрена авторитетными писаниями. Кто критикует то, что одобрено всеми шастрами, включая Шримад Бхагаватам, Падма Пурану и прочими. И вот Шрила Прабхупад был в шафране, и его спутники, как Мадхавендра Пурипад и Шар Пурипад, эти предыдущие ачарьи Прабхудананда Сарасвати Пад, Дамодар Пандит, они тоже были саньяси. И хотя они все были парамахамсы, но все же для проповеди эта одежда очень важна. Шрила Прабхупад, Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, они все парамахамсы, но из их смирения они хотели показать, что мы находимся под влиянием варнашрама дхармы, мы падшие души и так далее. И вот из-за своего смирения они поддерживали свою саньясу, но внутри сердца они все были парамахамсами. И вот согласно Панчаратре,
После Вайшнава Дикши кто-то может принять параматмик Брахманатва. И вот после Вайшнава Дикши, после настоящей Вайшнава Дикши, вот настоящего садгуру, то тогда те преданные могут принять параматмик Брахманатва, чтобы показать, доказать, чтобы еще не должны достичь минимального уровня брахманизма, чтобы поклоняться Хари. И вот смотрите, поэтому Шрила Прабхупада дал эту брахманский шнур, чтобы люди так достигли какого-то уровня брахманизма, чтобы поклоняться Господу. Но смотрите, качество и количество. Мы не должны идти на компромисс ради количества. Если мы идем на компромисс с качеством, то тогда будет больше количества. Если на количество, то больше качества у нас будет. И таким образом квалификация брахманизма мы постепенно можем достичь с помощью служения Гуру Вайшнаву Бхагавану Шалаграму. Но в шастрах говорится, что если какая-то падшая душа шудра хотя внешний человек может дикшу получить от какого-то гуру, но все же может шудрой в это время быть. И в этом случае, если он прикасается к шалаграмму, то шалаграмм говорит, что буквально он тычет меня каким-то острым предметом. И вот если вы свой шудраизм поддерживаете, несмотря на то, что приняли дикшу, я знаю, но если вы все же шудраизм также будете поддерживать, то нет у вас права прикасаться к шалаграмму. И вот после дикши вы получаете брахманизм, это идеально. Что должно быть. А если вы не смогли достичь брахманизма и ложную дикшу, или ваш гурудев ложен, или шишья ложен, то есть ученик ложен, в этом случае этот стандарт сидданты, он нарушается. И вот достичь брахманских качеств хотя бы Шрила Прабхупада, он что делал? Мы должны повторять брахма-гайатри, внешнюю, внутреннюю чистоту поддерживать, и с самого утра мы должны снова и снова по крайней мере быть похожими на брахманов, вести себя похожим образом. И вот и вайшнавизм, и впоследствии, если мы будем совершать баджан, качество вайшнавов, они сами явятся в нас. И вот под влиянием настоящего Харибаджана преданные могут войти на путь Рагануга Баджана. Это не шутки, это автоматически может произойти. И вот под влиянием настоящего Харибаджана, показанного Шрилой Прабхупадой, люди могут взойти на путь Рагануга Баджана и в итоге обрести возможность получить Манджари Баджан. Вы должны вспомнить, как Бондев Госвами Махарадж, он спрашивал какие-то особые вещи у Шрилы Прабхупады, о Рагануга Баджане. Шрила Прабхупад дал наставление изучить какие-то особые книги. Шрила Прабхупада хотел помочь ему не только это.
И вот он дал ему список каких-то книг, которые нужно было читать. И таким образом Шрила Прабхупад он дал наставление Бонде Госвами Махараджу, чтобы он организовал выставку, на которой можно было видеть разные кунджи Саки Манджари. И вот он сделал такую выставку. Эта обязанность была дана Бонде Госвами Махараджу. Шрила Прабхупад был очень доволен его служением. И вот мы должны помнить. Вот книги написаны Вишванатха Чакравати Падам, Рупа Госвами Падам. Мы должны помнить Рагхунатха Даса Госвами, Кришна Бхаванамрити и других. Это все описывается. Это не значит, что у нас нет права, нет. Единственное, мы должны достичь, качественно должна быть у нас, как сахаджи, мы не можем просто прыгнуть в огонь. Наставление Гаудия Матха следовать обычной процедуре. Чтобы достичь этого уровня. Шрила Бхактивинода Тхакур написал об этом. И вот сахаджи, они могут критиковать, но пускай критикуют это их дело. Хотя сахаджи, они хотят, они совершают ошибку на эту тему. Они хотят начать манджари баджан. Перед тем, как достичь тех качеств, это ошибка, которую они совершают. И в итоге попадают в ад навсегда. Однажды Шрила Прабхупад начал говорить Харикатху в Кунджа Бихари Гауди Матхи на берегу Радакунди. Но большинство людей, они пошли слушать Расакатху от каких-то сахаджи, бабаджи. И тогда Шрила Прабхупад, он буквально кричал: не идите туда, не теряйтесь, если вы пойдете, вы потеряетесь навсегда. С Гауди Баджана. Они все сахаджи, будьте очень внимательны. И тогда внезапно те сахаджи, они очень разгневались. Они начали кричать, что вы сам сахаджи, а почему вы говорите, что мы сахаджи? Вы сахаджи, ваша группа сахаджи также. А мы не сахаджи. Шрила Прабхупад, он ответил очень... умно, да, действительно, мы сахаджи, но мы апракрита сахаджи, в то время как вы все пракрита сахаджи, а мы апракрита сахаджи, значит, это то, что естественно, то, что легко для апракрита даме, и такая сахаджи, она, это обычная процедура, которую мы следуем, поэтому мы апракрита сахаджи, а вы все пракрита сахаджи. Иногда
те сахаджи оскорбляли Шрилу Прабхупаду какими-то вопросами. И вот они спрашивали, какие качества, какое образование у вашего Гурудева, какая профессия у вашего Гурудева. И где живет ваш Гурудев? Где находится адрес, есть какой-то? И вот такие сахаджи, они пытались оскорбить Шрилу Прабхупаду, а Шрила Прабхупада, он очень умно отвечал на эти вопросы. Мой Гурудев, Гурупад Падма, Парамхамса Шрештха, Джагадгуру, Шрила Гуркишурдас, Бабаджи Махарадж. Внешне вы не можете найти никакого адреса. И какого-то образования, но будьте уверены, что суть всех писаний, суть всех авторитетных шастр могут быть найдены в практической форме в его жизни. Будьте осторожны, что внешне, может, какого-то образования нет у моего Гурудева, у Парамхамса Шрештхи Гуркишурдас Бабаджи Махараджа, но будьте уверены, что суть всех шастр, они может быть найдена в практической форме в жизни моего Гурупад Падмы. Он живой идеал в моей жизни. И вся вайраги видья, она находится в нем в практической форме в жизни моего Гурудева, подобно тому, как Шрила Рагхунатх Дас Госвами Пад. Вся вайраги, она в практической форме находится в его жизни. Он идеал для меня, его постоянный адрес – это лотосные стопы Шримати Радхарани на берегу Радхакунды. Да, сейчас он являет Боума Лилу в Рани Чоури, в Кули и в Наводипе. И те, кто вечные спутники Гора Хари или Шримати Радхарани, для них внешне саньяс, веша или еще что-то, это признак величайшего смирения. Те спутники Шрилы Прабхупады, те спутники Шрилы Гуру Хари, Шримати Радхарани, для них внешне саньяса, веша – это признак смирения. Того, что они находятся в категории варнашрама дхармы. Но говоря правду, они все лучше из парамахамс. Есть 8 видов виграхи. И вот я завтра могу говорить об этом, что сахаджи, они спорят с Шрилой Прабхупадой, откуда он саньясу получил. Они критикуют его, но в следующий день я буду говорить об этом. И вот есть 8 видов виграхи, которые могут быть, описываются в шастрах, которые одобрены в Бхагаватам, и среди них алекья, фотография, она тоже одобрена. И вот Шрила Рамануджа Ачарья, он принял саньясу от фотографии Шрилы Ямуначарьи на берегу Анантасаравара. И также Шрила Прабхупад, он тоже принял саньясу
под руководством Рамануджи Ачарья. И он принял саньясу от фотографии Парамахамсы Джагадгуру Шишилы Горки Шаудас Бабаджи Махараджа на берегу Радакунды. Во Враджапатане. И вот мы должны вспомнить, в чем великолепие этого. И таким образом в Сахаджи они пытаются критиковать нас, и мы готовы дать достойный ответ им, пускай они критикуют. И мы проясним их невежество, у нас будет возможность ответить на их вопросы, и мы заткнем их. И вот вчера я говорил о том, каким уникальным образом гуру и вайшнавы могут показать свою любовь и заботу в наш адрес. И вот они не критикуют. И вот гуру и вайшнавы, они видят весь мир в связи с Верховным Господом. И как они могут критиковать кого-то. И также Шрила Прабхупад, я уже вчера говорил об этом, чтобы гневаться на оскорбление гуру вайшнавов, это и есть настоящий вайшнавизм. Если вообще у нас есть какая-то связь с гуру вайшнавами, это невозможно для нас критиковать их. Точнее, и если у нас есть связь, настоящая связь с гуру вайшнавами, если у нас есть связь с ними, если кто-то будет их критиковать, то мы достойно ответим, защитим их. Я говорил это в отношении Сати Деви и Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура, он говорил, что знай, что я твой господин, я твой господин, точнее, ты мой господин, а я твоя собака. И вот собака, она может доказать свою преданность своему хозяину. И вот я буквально собака моей гурварги, и я должен отвечать достойным образом. И вот если мы это почувствуем, то автоматически наше сердце, оно ответит и сделает что-то против тех уголовников, которые критикуют Шрилу Прабхупаду, Гауди Миссию и Гуру Варгу. Это наша обязанность дать им должный ответ. И много раз я говорил также о том, что единственная обязанность Ачарьи, и завтра я тоже буду говорить об этом, что единственная обязанность Ачарьи – это защитят Сампрадай и Квайбав. Это единственная обязанность Ачарьи – это защитить Сиддханту. Мы не можем позволить каким-то людям критиковать и писать что-то о Гауди Миссию, о Гауди Матхе. Мы не можем позволить. И чтобы защитить Сиддханту Вани, это единственная обязанность Ачарьи – защищать Сиддханту. А сейчас у Ачарьи находят множество других обязанностей, кроме главной. Но Шрила Прабхупад говорит, нет, единственная обязанность Ачарьи – это полностью защищать Сиддханта Вани. Если Сиддханта Вани, наше учение, оно защищено, то мы можем продвигаться дальше с этой Сиддхантой Шрилы Прабхупады. Я так и слышал от Шрилы Кешава Госвами Махараджа, это правильная Сиддханта. И вот единственная обязанность Ачарьи – это защищать Сиддханту. Поскольку если Сиддханта защищена, то все другое мы можем также прекрасно поддерживать Гауди Миссию, Гауди Матх. И вот Шрила Прабхупад обычно говорил, что под именем Хари Бхаджана мы не должны заниматься бизнесом.
И вот Шрила Прабхупад очень часто говорил, и вот чтобы собрать кучу денег, богатств, это не наша цель, поскольку что тогда мы сможем потерять наше положение и будем гордиться чем-то, и тогда сможем оскорбить гуру вайшнавов. И вот Шрила Прабхупад говорит, собирать кучу и вот это не наш план, собрать кучу денег, богатств и прочее. Это не наша цель. И вот мы можем, если у нас будет слишком много денег, то у нас, мы можем возгордиться этим и как-то оскорбить гуру вайшнавов. И это очень опасно. И вот пока в этом, и вот и в этом случае мы можем развить ложное эго и сможем игнорировать или как-то оскорбить гуру вайшнавов, а это и таким образом очень просто попадем в ад. Шрила Прабхупад говорил, собирать кучу денег, это не наша цель, поскольку мы сможем оскорбить гуру вайшнавов. И Шрила Прабхупад обычно говорил, что я не буду собирать много денег для вас, а сейчас текущие ачарьи, они дают служение своим ученикам, они собирают какие-то деньги, чтобы оставить наследство своим ученикам, чтобы не сидели, ничего не делали, занимались только едой и политикой. И вот Шрила Прабхупад обычно говорил, что я не оставлю вам много денег, чтобы вы поддерживали этими деньгами миссию. С другой стороны, я лучше займу у кого-то денег, чтобы служить гуру Гауранги и Гандхарвики Гиридхари. Чтобы служить им наилучшим образом и чтобы вы могли сделать что-то, чтобы вернуть этот долг, и вам некогда было отдыхать. Я не позволю вам отдыхать, вы должны совершать баджан непрерывно. И вот и будьте уверены, что я не буду сохранять деньги для вас. Что лучше я займу кого-то, чтобы служить гуру Гауранги и Гандхарвике наилучшим образом, и чтобы у вас была ответственность, чтобы отплатить этот долг, и некогда вам было отдыхать, чтобы вы постоянно совершали служение. Вы должны усилия прикладывать к служению, чтобы стремиться к какой-то безопасности в вашей жизни, стремиться к какой-то, вот имеется в виду обязанность саньяси или ачари, не в том, чтобы делать так, чтобы жизнь была легка и беспечна и безопасна, это не его обязанность, поскольку в этом случае они никогда не разовьют совершенное шаранагати. И сейчас мы находимся
великой опасности из-за этого, влияния этого коронавируса и в этой ситуации. Сколько шаранагати у нас есть, мы должны доказать, как много шаранагати у нас есть. И вот стремиться к какой-то беспечной жизни – это не обязанность саньяси или брамачарья, или какого-либо ачарья. Поскольку в этом случае они никогда не смогут развить совершенное шаранагати, это совершенное сиддханта Шрилы Прабхупады. Если кто-то стремится к какой-то беспечной такой спокойной жизни, чтобы никаких беспокойств не было, никакой опасности. Это просто пассивная кама, пассивное вожделение, и поэтому будьте очень осторожны. Такое настроение – это просто пассивное вожделение, которое очень запрещено в Гаудия Миссии, в Гаудия Матхи, в Сарасвати, в Гаудия Обществе. Это уникальный вичар Шрилы Прабхупады, и никто не может говорить таким образом. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет: в вашем служении, о Господь, в твоем служении любые проблемы, которые приходят, это они хороши для нас, я приму с радостью. Я хочу поместить себя в какие-то опасности ради служения тебе. И если какие-то проблемы приходят на пути, я приветствую их. И я хочу совершать непрерывное служение Гуру и Гауранге. И это сиддханта настоящего Гаудия Бхакты. И вот для настоящего Гаудия Бхакты так много посланий и наставление Шрилы Прабхупады. День за днем мы будем слушать это. И не только это, также мы должны принять и осознать, переварить это, чтобы понять, кто хочет обмануть нас, как избежать таких обманщиков. Это очень научная тема. И вот я буду говорить следующие полгода буквально каждый день. И то, если я буду говорить каждый день, то это бесконечный океан, и я не смогу все до конца обсудить. И вот благословите меня, чтобы я смог говорить об уникальной ачарьятве Шрилы Прабхупады. Кипая хори кетана мурти дарам дарани варахарка гаура джанам джанакадика васала снигда падам панумами садап бхупаду падам панумами садап бхупаду падам панумами садап бхупаду падам гаурангайка гатит баджаситамати си гаура дхама стити Са-са-сай-га-ви-дир-гу-шанга-ви-рати, Дусто-ве-та-ни-скити, Си-ру-пай-ка-рати-санатана-нати, Си-джи-ва-те-джо-стути, Си-си-дханта-сара-сати-ви-джаяте, Гаури-я-го-сти-пати, Си-си-дханта-сара-сати-ви-джаяте, Гаурия Гости Пати, Ванча Калпатароши Кипасиндхабхиша, Патитананг Павана Бхо, Вашнави Бхо Наму Намаха.